Касымжимар Токаев принял Кима Жамбулской области Бердебека Сапарбаева. Глава государства был ознакомлен с социально-экономическим развитием региона, а также планами по реализации задач послания народу Казахстана. В Жамбылской области в рамках антикризисных мер различных государственных и региональных программ на реализацию 1370 проектов направлено 142 миллиарда тенге. В результате реализации этих проектов доля обеспечения населения области чистой питьевой водой увеличится с 72 до 77 процентов, газом с 74 до 86 процентов. Главе государства также доложили о положении дел в Курдайском районе. Благотворительными фондами собрано 311 миллионов тенге спонсорских средств. Восстановлены 41 жилых и 13 коммерческих объектов на борьбу с пандемией направлено 8 миллиардов 100 миллионов тенге сформирован двухмесячный запас лекарственных средств